И счет становится 4-2. Но как они заходят у Каюмова? Не первый ведь такой гол 16-го номера. Малял на флангу, вошел практически сразу, что смена из-под Йенса. Ну как не думал уже нападающий. Во-первых, он Кейста передал своего игрока практически с нулевого угла. И тут коробку подняли, скорее всего, не за шайбы, а именно из-за вратаря. Калмич так вот перемещался, вратарь пытался закрыть ближний угол. Точнёхонькое попадание. Даже не от шлема вратаря, не от плеча, не от формы, а именно точно под перекладину.